Доброе утро всем! И сегодня я с новым мастер-классом, как сделать вот такие вот осенние листья. Во-первых, делать их очень интересно, немножко волшебно. Я немножко охрипла, простудилась, поэтому у меня такой голос, но ничего. Итак, нам понадобятся акварельные краски, кисточка, вода, бумага, на которой мы будем делать. У меня это бумага состаренной кофе, потому что я сейчас как раз делаю джанк-журнал про лес, поэтому осенний лес. И мне понадобилась бумага состаренная кофе. Вы можете взять обычную белую бумагу. Также этот мастер-класс будет очень полезен тем, кто занимается с детками. Итак, мы берем бумагу. И, конечно же, нам понадобятся листья, настоящие листья, которые я сейчас пошла, когда гуляла с собакой, сорвала у себя на улице. Мы кладем лист вниз. Вот этими вот есть прожилки, которые не очень выпуклые. Есть прожилки с другой стороны, которые более выпуклые. Так, выпуклыми прожилками вверх. Накрываем этот лист листом бумаги и берем самую обычную свечку, парафиновую свечку, и начинаем там, где у нас листик, натирать этой парафиновой свечкой. Весь лист мы натираем парафиновой свечкой. Все, натерли. Лист мы убираем и берем наши акварельные краски и кисточку. Поскольку это у нас осень, я хочу, чтобы у нас были осенние цвета. То есть я беру желтый цвет, немножко красного. Вот такие вот у нас осенние цвета. И я начинаю покрывать мой лист бумаги, заготовку мою этими красивыми осенними красками. Можно добавлять цвета. И вы видите, что у нас проступает красивый силуэт листочка. Там, где был парафин, там краска не ложится, отталкивается вода. И поэтому у нас получается вот такой вот красивый осенний листик. Точно так же мы проделали. Вот у меня, видите, высох, который тут более отчетливо видно, что это лист. Ну, мне не нужно, чтобы это был рисунок листа. И мне очень нравится вот этот эффект неожиданности. Что получится, мы не знаем. Берем снова листик. Теперь я хочу другой. Кладем его. Берем нашу свечку. Начинаем наносить парафин. Стараемся нанести на все места, где у нас лист. И снова смешиваем краски.
И начинаем на наш лист наносить эти краски. И у нас возникает чудо. У нас появляется волшебный листик. Листик поменьше, он, конечно, весь вошел, поэтому он смотрится гораздо эффектнее, чем большие листы. Можно добавить цвета. Мне эта техника очень понравилась. Теперь я могу использовать эти листочки в своем джанк-журнале. Я немножко добавлю цветности. Могу использовать в своем джанк-журнале. Всем спасибо за внимание. С вами была Светлана. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Bye-bye!